Гранатомет испанского производства на позициях украинской армии на Щастинской теплоэлектростанции. Использовать его так и не успели. Видимо, оружие продали, но не научились с ним работать. Два слова по требованиям безопасности. Вот я вижу, у некоторых есть средства, защищающие головы. Вам, в принципе, можно вот здесь вот на переднем плане находиться. У кого, кто не оснащен, так сказать, не оборудован такими средствами, я вас попрошу немножко на задний план уйти, просто с точки зрения безопасности.